Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время совершит визит в Азербайджан. Об этом, как передает канал 13, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли во время поездки в освобожденный от оккупации Физулинский, Джабраильский, Зангиланский районы Азербайджана. Он подчеркнул, что Турция будет поддерживать Азербайджан в вопросе развития аграрной сферы на освобожденных от оккупации территориях. На этих землях имеются колоссальные возможности для восстановления развития аграрного сектора, создания перерабатывающей промышленности, энергетического планирования. Наша поддержка дружественного и братского Азербайджана в развитии аграрного сектора в Карабахском регионе будет и впредь продолжена, отметил турецкий министр. В ходе поездки при организационной инициативе Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Министерства сельского и лесного хозяйства Турции в селе Агалы Зангиланского района был разбит сад братства, в котором азербайджанские министры Инам Керимов и Мухтар Бабаев, а также турецкий министр Бекир Пакдемирли посадили саженцы плодовых деревьев.